Добрый вечер. С прошедшим праздником вас. Конечно, я хотел, как азербайджанец, как человек, поддерживать вас, потому что ваши заслуги большой. Мы все, кто любит свои родины, мы все себе с большим уважением относимся к вам. Что касается выборов на Милли Маджлис, мы очень за этого. Мы знаем, что вы человек с большой буквой, у вас есть уже опыт в жизни, вы уже боролись внешними и с внутренними нашими врагами. Мы видим вас, Милли Маджлис, достойного человека. Я вас желаю удачи и благополучия, чтобы у вас всегда было над головой солнце и чистое небо. Я уверен, что вы победите. А что от вас ждем как депутат? Я не гражданин Азербайджана, но я гражданин Российской Федерации. Ну что я могу? Делайте для народа, творите для народа и встречайтесь с народом. Это будет очень красиво.